Привет, меня зовут Данила. Мне на день рождения дядя Толя подарил вот такую маленькую красивую машинку. Она управляется вот этим пультом. Если нажать на эту кнопочку, она поедет вперед. А если нажать на эту кнопочку, она поедет назад. Если нажать на эту кнопочку, она поедет туда. Если нажать на эту кнопочку, она поедет туда. У обеих есть антенки, потому что эта антенка передает на эту антенку сигналы, и она едет. А мой любимый дядя Толя подарил мне ее на день рождения вот такой вот прикольной классной коробочкой. В этой коробочке лежала машинка и 4 конуса, потому что хоп, хоп. Еще в ней лежал пульт. А антенка отдельно. Она может отстегиваться и выдвигаться. Чтобы задеть машинку, она должна подзаправиться с помощью вот этого пульта. Она вот так вот подключается, загорается зеленый огонек. А когда он погасает, это означает, что машинка уже заправлена. Что больше бензина не надо. А сейчас я покажу, как машинка ездит с помощью пульта. Нажимаешь эту кнопочку и... А теперь можно и назад. Видите, какая маленькая машинка на радиоуправление. Но мой папа сделал вообще маленькую машинку. Очень маленькую. Еще меньше. Она как тараканчик такой. У нее есть аккумулятор, моторчик и пропеллер. Аккумулятор дает электричество мотору. Мотор вращает пропеллер. И она носится как угорелая. Смотрите, как она поедет. Вот такие у меня есть электрические машинки. Пока-пока.